В этом году в Сергиево-Посадском городском округе экологическая акция проводилась не только на лесных делянках, но и в населенных пунктах. Несколько десятков саженцев деревьев, сосны и елки, а также кустарник, которому предстоит подрасти и стать красивой живой изгородью, жасмин и сирень, высадили в Краснозаводске и Сергиевом Посаде. Первый раз в акции у нас участвуют два новых дома, построенных под расселение, где жители, мы совместно с жителями сажаем, благоустраиваем территорию. По ихнему желанию сажаются деревья. Саженцы были им предоставлены тоже по желанию, какие хотели, как хотели. Ну и сажали, конечно, вместе с жителями. Люди довольны, люди рады. В Краснозаводске, к примеру, для посадки деревьев выбрали две основные площадки, одна из которых – территория около новых домов, куда уже переселены жители ряда ветхих домов. Здесь как раз подряд будут три дома. Вот один дом у нас уже почти заселен. Вот, здесь наших 33 квартиры, ну и еще тот остальные, кто купит. Практически здесь уже все живут. Вот, поэтому здесь у нас мы саженцы сажаем ели, сосны, потом рябину, еще сажаем и сирень. Вот, здесь всего 40 или 50, наверное, где-то саженцев. Вот, так что мы облагородим, я думаю, через 2-3 года здесь как-то пойдет это все и будет красиво. Первые три дома, они будут как бы такие, должны быть красивыми. Я думаю, вот этот новый микрорайон, который начнется, потому что потом улица 1 мая все будем расселять, и все будут практически, и там дома будут. То есть Краснозаводск к 2025 году должен расселить 35 домов. То есть это практически почти половина города Краснозаводска. Дай бог, чтобы это все получилось. Вместе с представителями администрации саженцы возле домов сажают неравнодушные граждане, а также жители, те, кто уже получил новые квартиры. К примеру, в Сергиевом Посаде, в микрорайоне ПМК, одна секция уже сдана, вторая готовится к сдаче. Но в этот раз готова только эта новостройка. Также у нас есть еще ряд домов. Вот на Булавино мы тоже дом скоро сдаем. Но я думаю, весной мы там будем сажать деревья, так как губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, он, скажем так, обратил на это внимание, что возле новостроек тоже должно проходить благоустройство. Помимо того, что делают строители, еще нужно и озеленять территорию. Центральной площадкой акции «Наш лес» стал участок у деревни Репихово. Здесь сажали сеянцы сосны. По словам лесничих, эту делянку выбрали из-за ее доступности, чтобы как можно больше народа приехало посадить именно свое дерево. Проходит все дружно, с музыкой, угощениями. Участвуют тут как местные жители, школьники из Ходькова и Сергиева Посада, так и волонтеры проекта «Дарим лес» из разных регионов России, в основном из Москвы, но люди приезжают к нам и из Ярославля, и из Рязани уже шестой год подряд. В общей сложности в субботу посадили более 6 тысяч саженцев на 57 площадках по всему Сергиево-Посадскому городскому округу. В целом новых деревьев уже в разы больше. По словам специалистов, их приживаемость составляет порядка 85%. В первый год мы проводим двукратный лесоводственный уход. Мы косим траву и лиственную поросль вдоль рядов, чтобы вся эта поросль и трава не забивали саженцы, чтобы им дать свет, чтобы они хорошо принялись и пошли в рост. Потом мы проводим также лесоводственные уходы ежегодно, уже однократные, примерно до 5 лет. На 7-й год вырастают они уже такие, что можно переводить в покрытую лесом площадь, что уже сформирован такой молодой лес. Следующая акция по посадке деревьев пройдет уже в будущем году, весной.